Напоминаю, что в гостях у субботнего вечера постоянные ведущие программы «Спокойной ночи, малыши» Филя и Стефашка. Кстати, а где же Крюша? Ой, Оксана, Крюша приболел. У него свинка. Так, в отсутствие Крюши роль затейника взял на себя Филя. Ну, извините, больше не буду. Так, о чем мы сегодня будем говорить? О детском Евровидении. Завтра финал российского отборочного тура. Ой, я обязательно посмотрю. У нас такие талантливые дети. Это точно. Некоторых из этих детей я знаю уже лет 40. Филя, ну опять ты про свой почтенный возраст. Зачем? Выглядишь ты очень даже молодо. Да, а я и душой молод. Я мог бы и сам выступить на детском Евровидении. А что же тебе мешает тогда? Да одно мешает. Лаять не умею по-английски. Вообще ни капельки не смешно. Давай лучше пожелаем успеха всем детям, участникам завтрашнего отборочного тура. А вот это я с удовольствием. Спокойной ночи, удачи вам, девочки и мальчики. Удачи и везения. Цветочек сейчас для нас будет петь наш любимый артист Дмитрий Маликов. Бумажного змея. Думает змей, будто сам он умеет летать. Кажется, змею он небо мчаться сумеет, если удастся ему свою нить оборвать. Рвется из рук на упрямую птицу похожий. Злится на тонкую нить за то, что прочна. Жаль, но пока одного понять он не может. Жизнь для него — это нить, что в руках у меня. Высоко, высоко.